Всем доброго времени суток. Наш сегодняшний видеообзор мы посвящаем шампуню для собак фирмы Trixie. Данную позицию мы приобрели в интернет-магазине Шиншилка. Кодовый номер данного продукта на сайте интернет-магазина Шиншилка 14482. Фирмы Trixie, Германия. Это шампунь 250 мл объемом. Шампунь-уход для животных, содержащий календулу, которая уменьшает раздражение на коже животного, содержит пантенол, ухаживает, увлажняет кожу животного, содержит овсяные зерна, вытяжку, которые также увлажняют кожу животного. Расфасовка 250 мл, срок годности у этого продукта 3 года. Вот таким образом выглядит бутылочка. Вот так она открывается. Сейчас мы посмотрим с вами, какая консистенция у этого продукта. Вот мы его открыли. И немножко нальем на крышечку. Посмотреть, какая консистенция у данного продукта. Вот так сфокусируем камеру, чтобы было хорошо видно. Шампунь прозрачного цвета. Вот так тянется. Очень приятно пахнет. Гипоаллергенная формула. Не раздражает животное, кожу животного, органы обоняния животного не раздражает. Умеренно пенится, хорошо смывается. Данный продукт мы используем уже более 2,5 лет для нашей собачки. Также мы даже используем его для мытья котика. И я его использую для стирки вещей для собачки, одежек, чтобы не использовать обычные порошки, не раздражать порошками животное. А гипоаллергенной формулой отстирывается в пене шампуня довольно неплохо. Одежда для собачки. Хорошо выполаскиваем и используем. Сейчас мы посмотрим с вами на наше животное, как оно выглядит, как выглядит его шерстка после применения шампуня. Вот наше маленькое животное. Запах шампуня ему приятен. Она, в принципе, с удовольствием всегда его нюхает. Вот так. Если вы обратили внимание, то есть у животного отвращение и раздражение запах данного продукта не вызывает. Вот таким образом у нас выглядит шерстка. Шерстка у нас красивая, шелковистая, длинная, хорошо расчесывается. Поэтому общее наше впечатление от данного продукта довольно позитивное. Еще раз напомню, мы с вами делали видеообзор на шампунь 250 мл объемом. Производство Германии, фирмы Trixie. Вот таким образом смотрится упаковочка. Данная формула гипоаллергенная. Содержит увлажнение и уход за кожей животного. Наше впечатление очень хорошее. Данный продукт мы заказали через интернет-магазин Шиншилку. Используем его свыше 2,5 лет. И планируем также дальше его и продолжать использовать, потому что мы довольны. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.